до 6 минут, максимум 6 баллов. И это требование также касается и команды из города Чернигов. Добро! Добро, поехали! Уже не лишь один вопрос. Ну где же вы были раньше? Я уже мокрый. Но хорошо, ну не пошло, так не пошло. Ребята, меняем полностью стереотипное мышление в нашем домашнем задании. Теперь у нас не домашнее задание, у нас свадьба КВН! Гульки! Ой, дорогие друзья, да что же это за свадьба без песенки? Итак, представьте, песня. Ага, спою. Целый час вчера возился я с тобой. Расстегнуть не получилось лифчик твой. Я опять не смог добраться до груди, ведь у лифчика замочек впереди. Гульки! Да что же это за свадьба без тамады? Встречайте, Максим Ворона, лучший тамада нашего города! Привет, привет, Сал, привет! Поддержим! Аплодисменты! Условно делим зал на две части. Правая часть зала кричит: «Эй!» Эй! Эй! Левая часть зала кричит: «Оу!» Поехали! Эй! Оу! Класс! Вообще круто! А теперь поднимем правую руку вверх! Все подняли правую руку вверх! Левую руку вверх подняли! Классно, у всех две руки, и вы люди! Спасибо, это ли не чудо? Гульки! Гульки! Дорогие друзья, у меня есть теория, что любая песня может превратиться в хуторянку. Так, у кого есть микрофон, где-то кому-то дайте в жюри, любому человеку, пожалуйста, Артем. Кому угодно. Спойте любую песню, я превращу ее в хуторянку. Давайте. Я согласен, это непросто. Выйду ночью в поле с конем. О-о-о, хуторянка. А это и не чудо, Гульки! Дорогие друзья! Сейчас вот этот молодой человек, который, помните, в визитке на Гитлера был похож. Сейчас вообще другая фигня. Слушайте. Итак, друзья, у нас совсем недавно появились в лексиконе два новых слова. Поехали. Поддерживаем. Улицы переименую, вывески и убью статуи. Скину с пальмами толпё. Звания поотбираем, коммуняк землёй сравняем. Декоммунизация. На другу блин справился. Звания поотбираем. Декоммунизация. Так, сейчас другу блин, готовимся. Что за фишка, не пойму я, да и вся страна гадает, что же это за... Стоп, Саша, все, руби это. Честно, ну, 6 строчек, ну, что за декоммунизация? Это капитуляция, я тебе больше скажу. Я тебе больше скажу. Гульки!
важно, ребята, разве можно на свадьбе обойтись без бывшего мэра? Да? Вот давайте все вместе думать песни про нашего бывшего мэра. Итак, поехали. Александр Соколов покинул пост. Ну, давайте. Это не шутка, мы встретимся в маршрутке. Ну, тоже 3.50. Сам сделал, сам пожинай плоды. Хорошо. А теперь представим второй кандидат, да? Отрошенко, замечательный же человек. Давайте там. Помните Тесла? Все 96-й год, как сейчас. Вечеринка у Отрошенко дома гуляет весь округ, кроме Соколова. Ну что это ли не чудо? Гульки! Так, а теперь давайте, что интересует Гомель, пожалуйста. Что говоришь? Black Friday, молодец. Black Friday, скидочки, дорогие друзья, это чудо, это чудо. Давайте петь песни про Black Friday. Вау! Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идет не спеша девчонка, на девчонке живого места нет. Чужие губы, чужие брови, чужие нос, чужие глаза, чужие ноги, чужие руки. У хирурга была акция. Андрей, что это сейчас было? Я не знаю, секундочку. Ну, по сценарию это Максим Ворона показывает фокус, да, летающий столик, прикинь. О-о-о. Ну, в принципе, это ли не чудо? Браво, маэстро, браво! Гульки! Так, а сейчас нам опять нужно увидеть Максима Ворону. Он не будет перекатывать яйцо из штанины в штанину, но покажет какой-то свой интересный конкурс. Итак, лучший тамада города Макс Ворона! Встречайте! Ну что же, уважаемые зрители, для следующего конкурса, а конкурс будет танцевальный, мне нужны люди. Люди, поднимите руки! Кто такой? Самый классный тамада на сцене. Вот видите, вот из-за этого мы сейчас не можем подняться. Вот ни одного человека... Так... А, нет, все есть, нормально. Итак... Привет, чувак в кепке. Наконец-то все неадекватные на сцене! Дорогие друзья, конкурс называется танцевальный. Все это видели на свадьбах, сейчас просто повторяю за ведущим. Поехали, музыка. Разочек право, лево, право, лево, право, лево, право, и слева. А боже, как я не командую. Вау, а теперь с клопочками. Блин, мои короняки. Класс. Поехали, вот теперь вот так вот делаем. Что такое? Быстрее! Быстрее, я тебе сказал! А теперь поднимаем все ручки вверх. Я погнал. На свадьбах легче. И это не ты один решил, поверь. После КВН все там будем. Дорогие друзья, как вы поняли, домашнее задание не всегда может быть смешным. Главное, что в самый неожиданный момент может появиться
мой тренер по фитнесу. И, так сказать, тряхнуть стариной. Да, Максимка? Спасибо. Команда КВН «Добро», съешьте свои глаза после дома. Давайте поаплодируем команде КВН «Добро», если вы не послушались и не съели свои глаза.